В Губкинском увеличилось количество людей, употребляющих спайсы. Такую информацию представил заместитель начальника управления окружного госнаркоконтроля Ростислав Исаев. В 2014 году было всего 3 летальных исхода на территории всего Ямало-Ненецкого автономного округа. В этом году только на территории Пурпе 3 летальных исхода при остром отравлении новыми наркотическими средствами, синтетической группой. Это уже говорит о многом, да? В городе Губкинском есть такие отравления. 3 случая уже установлены, когда лица попали в медицинские учреждения. И это, по словам Ростислава Исаева, только те данные, которыми на сегодняшний день располагает наркоконтроль. Сколько же на самом деле горожан поддались губительному действию спайсов, неизвестно. Если вы располагаете информацией о местах распространения и употребления наркотических средств, сообщите об этом по телефону 301-66 398-35 510-00 или 02. Ну а прямо сейчас народный диктор, сегодня ведущая рубрики Карина Устюгова.